Ебать. ОГЦ. Сегодня, блядь, день какой-то просто. О, еще и кто. Все сыпет. Можешь открыть типа ГП? У меня почему-то показывает, что типа нету вот этих базовых 250, там типа у всех по одному ГП. Да нет, есть. А, блядь, все нормально. Сколько тебе за хуйня? Так, Роги, надо кому-то эта хуйня? Ладно. Блять, какой даун эту табличку программировал, блять. Что она вот, люди нажимают, и она типа двигается туда-сюда. Не растянуть, нихуя не сделать. Вы куда бежите? На Вальку. На синдром. Нет, они уже пауков активируют. А, заебись им. Нормально. Сдохли там. Челики на лифте сдыхают. Ну вообще, блядь, скилл. Чё, активировались? Ну да. Ну чё, вы их а тут бить? Ну, на этот жезл на холика закинуть, там заражен. А чё, то, что вы здесь будете, они что, дезактивируются или что, я не пойму? А? Не, ну большая часть-то здесь стояла, это пошли два человека там. Ну так пошли в центр, хули вы там стоите? Пошли, не стойте там, блядь. Вы чё, блядь? Резайте людей. И побыстрее. Сейчас выйдут мобы. Все, с центра уходим, вон в локовский портал. Друид, уйди отсюда. Видишь, вихри крутятся. Иди вон на другую сторону к локовскому порталу. Рейндж большой. Оббеги вокруг. Хотя плохо, можешь тут стоять. Быстрее, уешь чужую эту хуйню. Роги только подложным выпадом бейте. Все, возвращайтесь в центр. Войд после ивента я, наверное, сливает, у меня уже время на это. Это кто? Лом говорит. Притон? Да. Там призм сидит. На замене.
Хорошо, ну призана возьмем тогда. Сейчас еще мелкие и откроются ворота. Ладно, всем спасибо, я покатил. Давай, грил дропа. Давай, удачи. Чё закинуть на холика? Жезл, у которого были два жезла. Там это, раз уж палай-то нету, вот водикон есть. Я его тоже взял в пати. Да не, забей на жезл. Наверное, лучше его продать, чем закидывать на холика. Окей. Багруха-то еще... Багруха-то еще, ладно. Что, успеем засумонить? Я и багруху бы, в принципе, продал. Ну, я-то ты добрый. Жезл там вроде на фаеров норм. У них там от щита дополнительный дух. Ну, блядь, СПД от духа. Зачем брать здесь за ГП, если нужны десятки этот жезл? 271. Он может не выпустить.
Короче, сразу Вихторка СС по друиду. Сейчас захилит, захилимся. Только не уроните никого. Сбегаемся, вот это. Тотем убираем петов. Вот сюда сбегаемся. Туда внутрь только не забегайте. Назад к хилам бегите. Захилимся. Никого не уроните только. Так, что там у нас? Сапроты пьем. А рыбу поставьте. Сейчас поставлю. Так, вот на лестнице рыба. Выключите аспект, пожалуйста. У кого нет сапрота, войду обмен. Кольца. Кольцо стрэша? Не, нету. Давно его не видел. Танковское кольцо стрэша. Так, хилы у вас есть, сапроты у всех? Сапроты обязательно пейте. Нихуя себе. Так, значит, что вам на этом боссе надо знать? Напоминаю еще раз, чего вы должны опасаться. Сдохнуть здесь можно тремя способами. Первое, на взлетке бомбы когда кидают, 4 бомбы, прятаться за глыбами, это первое. Второе, на притяжке отбежать от босса надо, каст 5 секунд, там вставайте ближе к боссу, чтобы больше времени было на то, чтобы отбежать. На взлетке вы должны понимать только одну вещь. Вы спускаетесь, если у вас синяя метка над головой, в дебафах ледяной склеп, там красная такая метка, над головой синяя. Вы спускаетесь сюда вниз и набираете рейндж между людьми, которые тоже с такими метками. Рейндж 12 метров. Вот как примерно, чтобы вы понимали, что это такое 12 метров. Вот как примерно расстояние от звезды до ромбика. Ну, наверняка вы не заморозитесь. То есть, если вы будете нарушать этот рейндж, вы получите 2 склепа, двойной урон получат. Вместо 15 тысяч 30 тысяч. Вас не захилят, вы сдохнете, будет вайп и так далее. И люди, которые без синих меток над головой, также соблюдайте рейндж от тех, кто с склепом, с синей меткой над головой. Иначе получится дополнительный склеп. И это разбивать надо и так далее. То есть, потеря ДПС. На второй фазе, самое главное, это третье, от чего вы можете сдохнуть, это ставить все склепы в звездочку, когда в сторону я скажу. И самое главное правило, которое вы должны исполнять, это за каждым склепом, который прилетает от синдры, стоять и скидывать стаки таинственной энергии. Если вы хотя бы один склеп пропустите, то есть его разобьют и вы не скинули, то следующий склеп, который полетит, нанесет вам двойной урон. Там стакается увеличение магического урона. Там будет не 15 тысяч, 30 тысяч, вы сдохнете. И весь рейд вайпнется. Ну и, соответственно, там аура льда, она каждые 3 секунды по 4,5 бьет. Будет бить не по 4,5, а по 9 тысяч. Мы просто это не прохилим и сдохнем. Танки как меняться знают, хилы знают, что делать. С освобожденкой, с обморожением тоже знаете. Если на первой фазе вы стакаете там 5-6 там стаков, то на второй фазе вы ничего не стакаете. Вот, и тогда босс нормально убьется. Все, запускаю. Давайте быстренько без затупов и пойдем быстренько лича и ЦРС-ку закроем. О, у нас как-то Вадикон появился волшебным образом, я только сейчас заметил.
Да, да, вот я его вместо пала добавил, который у нас ушел. Так. Меточки синие над головой, спускаемся вниз. Друг от друга рейндж. Вдвоем, втроем не бегайте. Если места не хватает, вперед пробегите. Прям не бойтесь. Вот пойдет. Вторая. Вот там некоторые не видят, да? Биг Дэм. Справа падает. Третья глыба. Вот глыбе по фуловой, пол хп, подбейте побольше. Последняя, четвертая падает глыба. Все разбивайте. Готовимся, скоро притяжка будет поближе, стрём. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Рви, стресса его. Каску лапу приступав. И кулак. Смотрим метки. Справа и слева. Близко. РДДшники крайнюю подбивайте. Пыловая стоит слева. Справа близко. И четвертая, последняя, прям по центру звездочки падает. Все, разбивайте склепы. Сильнее дамажим, должны успеть без третьей взлетки, чтобы было. Сейчас будет притяжка, приготовьтесь с пару секунд. Потом отбежите спокойно и уже переведем. Отбегайте, переводим. Вставалку юзай, сразу защитуйте его. Ставь тотем себе сразу, ровист инер по Акисе. Первую звезду сразу разбить, милики уже уходите, хистория остался. Сразу разбиваем. Не знаю, что с притяжкой, конечно, будет ли она на вторую глыбу или нет. Но попробуем не бить, посмотрим. Следующую звезду и не бить. Буребай, милики ушли. Дайте фридом последний раз. Так, не бьем, стоим. Блять, хп у него очень мало было. Походу за первым склепом не прятался. После притяжки уже разобьем, готовимся. Следующую звезду и сразу разбить. Звезду беги, остальные все ушли. Так, Буребай, убегай. Не заморозься, ага. Друид, который инвалид, поднимай на стресса. Пускай побьет еще немножко. Следующую звезду и сразу разбить. Топа. Топа, а где он стоит? А вот он. Милики убежали быстрее. Всякие волки бегают, охуеть.
Сразу разбиваем. Так, все, скинул бегу. Следующую звезду. Велики ушли. Кто там ровист? Что там по притяжке у нас? А, на следующий будет. Эту разбиваем. Быстрее зергните эту склеп. Следующую ставим. И не бить. Следующую звезду. И не бить. Будет притяжка. Готовимся. Так, захильтесь на фул. Давай, бисергим на ману. Бигдем. Ладно, нормально, просто на ману. После притяжки. Сейчас хлопок. Все, разбивайте склеп. Еще в звезду парочку поставим. Звезду, милики ушли. Еще раз скинем. Сразу разбиваем. Все, остальные в сторону и фул ДПС по боссу. Фул ДПС по боссу. Так, в сторону. Сейчас я еще раз скину. Вилаша, давай не зыбку. Сейчас я скину еще разок. Тоже не зыбку дам. В сторону маг. Так, бисер на хп. И Биг Дэм тоже можешь на хп читать. Сюда я еще. Стою в боку. А, ну все, тогда нормально. Еще не зыбку дал. Опять шея, блин, опять лут. Лут говно, да? Не было бы островной, была бы бисовая. Ну да, героической. Надо кому-то эта шея. На каком-нибудь энха, я хуй знает. Так. Там Валька летает, смотрите ее, блядь, не спульте. Или убейте. Так, магу закидываю. И завоеватель. Так, Айновен и бисер, кому из вас сейчас надо? Сейчас славите, чего там? Ох, я давай ему. Айновен. Кстати, у меня назад. Печенька еще валяется. ДК, маг, друид. Все, пошли. Пойдем. Я вернулся как смог. Кто это? Бывает? Твое место уже заняли. Я могу. А ему надо? Сюда. Лизнова дикон. Тебе надо лично? Тебе надо что там? Сейчас спросим. Палать, тебе надо лича убивать или... Нет, не надо. Есть проходка, мне не надо. Угу. Ну, посиди тогда. Назови. Да, не вопрос, не вопрос. Сейчас в РС-ку пойдем, там посмотрим. Вот туда мне как раз надо очень. Да, у меня просто к жене на массажистом пришли. Ага. Задержались. Так, Акиса Навара зайти. А что ты хочешь? А, там только лич тебе остался? Да, да, тут лич. Ну, давай. А кого мне тогда призвано спекнуть в хила? Ну, заходи, похуй, заходи. Прошмат поменяй, будет. Ага. Так, ну тут как обычно. Где там вартовые?
Ну, у тебя вообще в The Sibyl, ты там играешь? Да нет, я им хожу из гильдии в гильдию. Так, ебаните шкаф. Готовы? Синтек, Макс, Святос, Настресс, Рарника и Вилаша. Рарник. Аспект. Все, спасибо. Рарник готов? Прием, прием. Что-то Рарника нету. А, все, завершено. Запустил. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, что пропусти рождение моего Так, чума на магии. Угу. Три секунды, чума, готовьтесь. Но стресс. Ну, придешь, заберешь. Ага. Смотрите, как мир рушится вокруг вас.
Так, фул ДПС по валькам. Все три вальки пьем. Бля, меня куда потащило, бля? Был за спиной. Воскрнение, из-под валик уходим, с центра уходим. 3 секунды готовимся. Трусы убить. Сейчас на полукруг от портала до глыбы в сторону звездочки встаете. Хилы РТД уже можете выйти на железное кольцо. Милики через 3 секунды выбегаем с центра. Все, милики убежали. Тоже на кольце где-то стойте. Все, осквернение. Осквернение хуевое. Из осквернения быстрее выходите, быстрее. Бомжи, блять. Вы не видите совсем, блять, или что нахуй? Там же, сука, черепок вешается. Пишется в белый чат, осквернение на мне, блять. Вы толпитесь всемиром, в десятером там. И выбегаете, как коллеги какие-то, блять. Быстрее надо выбегать. И от человека отбежать еще, когда лич 2 секунды кастует. Если так не получается, сейчас вон у Викторка будет проклятие кидать. Косноязычие на лича, блять. 0.3 секунды прибавит касту. Ой, бля, пизна нахуй. Ну-ка, чё там? Вон. Призан, осквернение. Так, а. Блять, а на ком-то было? Друиде было последнее осквернение. Друид инвалид. Он на нем был, он в чате. А кто рядом с ним стоял? Сука, у меня дон отключен, который показывает, сколько тиков лужи словил. Есть у кого эта хуйня? Вот. Ну, если просто... по details смотреть, то умер Призан, потом Ансен, Ваноска и Навен по очереди. Вот, Ванцент это уже как минимум блинк есть. Призан, получается, стоял с друидом, наверное, что-то ему в обмен кидал, передавал. Я на краю вообще стоял. А. Бил самого первого, потому что она стала расширять. Короче, хуёво выбегайте с лужи, надо с лужи выбегать подальше, потому что там два каких-то дурачка будут стоять в этой луже, обниматься там, блять. А вы стоите, возле там лужи близко не стоите. Стоял. Он просто в луже стоял и никуда не отбегал. Кто-кто? Друид? Да. Нет, он двигался. Нет, там он был под конец, на мне убегать. И буквально через секунду лужа. Я даже тут 2 шага сделал. Короче, я тебе напомню еще разок. Когда осквернение, люди говорят, вот осквернение там 5 секунд, это все говорится. И, ну, где нельзя находиться? Объясняю для всех, блять. На стороне движения валик, вот валька от кружка и через звезду идет. Вот здесь на этой линии, сука, нельзя находиться. Что может быть в этом непонятного, блять? Потом в центре нельзя находиться, в этом кругу нельзя находиться. Максимум, где вы можете находиться, это вот здесь на кольце, на вот этом, на железном. Вот здесь еще оскорение вы можете разлить. С любой стороны. Но по линии движения валик, сука, нельзя находиться. Да не криво ловишь. Я вот здесь стоял, она меня раз схватила и вон туда потащила. Короче, со осквернением понятно, надеюсь. Мы специально, ну, позиционируемся так, чтобы подождать осквернение. А рыба когда... была рыба? Когда оно ставится, вот рыба. Когда лужа разливается, скорее, вы сначала должны посмотреть, где она. Потом отбежать от нее. И потом уже делать все остальное. Бить валик там. Выпрыгивать нельзя из нее, только бежать. Без разницы, говорят. А можешь прыгать, можешь не прыгать. Лучше давайте не будем об этой хуйне. Мне бабки тоже у подъезда сказали, там в лесу призрак находится. Туда в лес нельзя ходить ночью. Хуево будет.
призрака встретишь. Так что всяких сказок и легенд много. Вот это я вовремя подошел на призрак. Призом чума. Чума, 2 секунды, готовимся. Какой-то вар, это Акисин. Хуй прочитаешь, короче, ник. Ножика какая-то. Неплохо дамажит, кстати. Чума, 1 секунда, готовимся. История. На край пошли. Шарик. Шарики бейте. Ну все, заберешь этого духа. ДПС по валькам. Осквернение 3 секунды. Выходим из центра, разбегаемся. Все, также полукругом становочку делаем. Сейчас вальки одновременно с лужей будут. Сначала смотрим, где лужа разлилась. Под вальками она не должна находиться. В центре тоже. А как лужа разольется, уже будем смотреть, какие валик бить удобно нам будет. Выходим с центра, милики. Вот по кружку замедления не вижу никакого вообще. Все РДД по кружку играйте. Я надеюсь, вы не думаете, что типа не надо бить валик. В кружке вообще кто был? Понял. С центра уходим, осквернение 5 секунд. На стресс. До связи. Пошел чилить. После осквернения в центр разбегаемся. На другую сторону, где луж нету, летим. Кличу за спину, вставайте. Рави стресса и на стресс. Только в заражение не встань. Валик фулл ДПС.
После заражения давай, вставай. Каску, лапу, пристабах. Осквернение 5 секунд. Все, с движения валик уходим. Центр не занимаем, вон тот там в центре бегает. Все, возвращаемся. Так, куда же лететь-то вот? Это вот сюда. Еще волну валик бить будем. От спины лича будем лететь вон там, где копии маговские стоят, в ту сторону. Хватают вальки. И сразу набираем рейндж. Оскорнение 3 секунды. Все, из-под лича вышли, с центра вышли. Со стороны движения валик тоже вышли. Ой, блядь. Все, теперь фулл ДПС по валькам. Фулл АОЕ. Трусы убейте. Да все они разобьются, неудобно летят. Да увешаться нормально. 2% здесь будем на край переходить. Фулл ДПС по личу быстрее переводим. 1%. Будет незыбка. Массакра от НВ, готовимся. И налет мастера. Пошла незыбка. Сакра, мастераур. 4 духа. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Шарики в 2 раза быстрее появляются и в 2 раза быстрее убивайте. Шарики летят в рейд близко очень. Хуёво становится. Так, сейчас, значит, будет в комнату забирать челика. 2 сферы разбейте. Не бегите на них. Давай будет. Через 2 секунды хилы будут челика в комнату забирать. Готовимся его захилить. Захиливаем все 5 хилов. Так, под ебалом духа, главное, не стойте. Все, перебегаем уже на ту сторону. Так, осквернение... 3 секунды, готовимся, лужа. Не налейте под лича только. Все, налили оскорнение, к личу бегите. Давайте Геру. Фулл ДПС. Друид, блять, не ты хлопаешь духов, съебись за спину лича. Ну, инвалид. Что, не понимаешь? Как удобно. И не оскорбил. Инвалид же. Ну сука, если у него ник такой, нахуй. Оскверни 2 секунды. Через центр не бегайте. Можете бежать через центр, только в 5-ром, в 10-ром не находитесь в одной точке, чтобы лужа не выросла за 2 секунды. Дал мне зыбку, что жнец. Духи летят, видишь, я спиной специально стою. Друиду похую. Друид, ты тут? Сука. Но он первый раз походит здесь. А, меня утаскивают быстро, хил, хил. Захиливайте. Друид, бля, ёбана в рот. Те еще полтинник ГП, оскорнение. Блять. Выбегайте с него быстрее. Такими темпами нам багруху заработают. Нифига, под порталом осквернение разлили. Осквернение после коста сейчас разбегитесь. Ну и 1% добиваем. Осквернение и добиваем. Друид рейд положил. Первый раз в комнате на этом сервере. Я там еще ни разу не был.
Че, я угадал? Блять, я не угадал дважды. Че там? Аркус плюс клятва. Нет, зов не выпал. Эх. Оставьте портал Баларан Маки. Два покорителя кому-то надо. За ГБ или без? Токены Т10 без ГП идут. Бесполезные. Кому-то надо. Бля, что-то раньше не сказал. Кому-то надо для статуса. Да, Аркус. Да давно вроде так. После взлома на пижем. Кому там надо? Биг Дэм, по-моему, да? У него есть взломано. А, нихуя. Нихуя, он четкий получается, пацан. Ну да, он вагоном ебать. А где друид этот? Друиду надо. У него же терета есть. Травма. Травма. Травма, лис. На, короче. Травма, лис. Ты ее носить будешь, этот палку, или нет? Друид. Да нет, наверное. Ладно, тогда... Нет, на рестере там только травма пойдет. Тогда без ГП просто пускай у тебя будет. Блядь. Клятва на Лока, говоришь. Че, кому клятва нужна? Хант? Тебе надо, нет? А у него есть. Такое вот было, что клятва не нужна, бля, пиздец. Сожрались. А еще много вообще шмотки в целка 25-ки-то нужны. Да хуй знает. Синтек тебе надо на мишку? Ну я за 10 возьму, у меня есть типа вот посох с ТТГ, но он 258. Так, ну погнали в РС-очку, значит, получается. Блять, портал вот у меня не активный. О, активный.